Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Охотник за головами». Загружаемся и вперед. Excellent work. However, while you were attending to business, it seems a heavy outfit downtown has been growing at an alarming rate. By our projections, their numbers and territory will soon be too great for local law enforcement to have any effect on their operation. They have bribed off several security corporations and silently taken over the casinos downtown. The gang calls themselves the number one suspects. They answer only to their self-proclaimed leader, the Shogun. They must be shut down. Noted. We will shut them down, Miss Rose. Sure. I hope you understand the gravity of this matter. I'm sending over the details on minor bounties for you as well. Downloading coordinates. Don't underestimate this lot. They are extremely disciplined. Armed with the latest tech, and are very well organized. My child, teach them a proper lesson. Lessons will be taught, Miss Rose. Lessons in death. Ну что же, у нас будет первый босс, это Datsun Twins. Видимо, какие-то близняшки. Ну что же, я не против навалять люлей любому, кто встанет у нас на пути. Так что, друзья мои, приступаем. Your expenses. Any hired guns coming this way, shoot first and ask questions later. As agreed. As agreed. We will call for you when the time is needed. Run along now, little piggy. Делаш такой, поехал, главное, да, на тачке? Ну ладно. А мы скромненько начинаем. Я так понял, что полицейские будут работать на них. Ага, так и есть. Ну давай, высунься. Жучара. Так, этот еще подключился. А он в броне. Куда двинулся, эй? Лежать. Так, спокойно. Блин, с дробовиком было. Опачки. Тоже мне тут самурай нашелся. Вот эта штука мне не нравится. С каким-то лучом. Так, ладно, сейчас с этим разберемся. А как мне интересно пройти? Ага, можно спрятаться. Иди вон! Катана. Так, чекпоинт. Мясная лавка. Иди сюда, олух, я тебя сейчас устрою. Нифига он хотел мне звездануть. Ну что ты там прячешься, давай вставай. Окей, он два выстрела делает и передышка. Так, пошел отсюда. Ну с этим разбираемся легко. Блин, давай добьем, наверное, вот так вот. Фигает такая штука, да? Летает над нами, просвечивает нас, якобы. Так, погоди секунду. Погнали. Иди ты, каратека, тоже мне тут нашелся. Кем они себя тут возомнили, а? У меня есть, в принципе, небольшая догадка. Скорее всего, это якудза. Так, ладно. Давай-ка мы, наверное, подхилимся. И будем продвигаться дальше. Ого, вот так мы еще можем. Понятно. Чекпоинт, это крутенько. Так, тихо, 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 не надо. Нифига вы тут бомбите. Давай, 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 давай. Сейчас мы, наверное,
шатаем эту тачку. Главное, чтобы по нам не попали. Твою же налево, патроны кончились. Ага, а ту пушку я взять уже не могу, да? Все? Допрыгались? Ну да, 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 разогнались. Минус один. И до тебя дойдет очередь, парень. Все. Так, дробовичок взяли, гранаты взяли. Со здоровьем проблем нету. Двигаемся. Опа. Так, тихо, парень. Надо бы его догнать как-нибудь. Ну-ка. Убежал все-таки, а? Вау-вау-вау, тихонько, не надо тут. Лезут на рожон. Блин, не добил маленько. Опять. Причем вот этот вот каратист, да, по здоровью сильнее, чем вот эти вот чудики с мечами. Не успею. Ладно, подождем маленько, сейчас она улетит, и мы спрячемся. Давай-ка. Ай-яй-яй, тихо, нормуль. Ушатали чудика. Так, наверху аптечка. Как раз нам пригодится. Опа, это еще что такое тут вылезло. Так, парень, по-моему, пора с тобой прощаться. Так, дай-ка я. Вау. То есть вот этот луч накаленный вообще офигенно бомбит. Ну вылезет и нет. Не хочет вылазить. Нормуль. Так, давай-ка здесь. Почему-то этот робот не активировался. Опа. Да ладно. Нифига, тут технологии будущего какие-то. Летающие скутеры, роботы. Так, погоди, погоди, погоди. Нормуль. Еще один, да? Роботека. Ну, в принципе, он ничего не делает, только стреляет навесиком, поэтому разобраться с ним нет проблем. А вот эта барышня меня напрягает. Давай-ка, наверное, вот так сделаем. Ну, не хочет лететь. Только лишь когда я в нее попадаю, начинает дергаться. Блин, да успокоишься ты или нет, а? Есть. Отдыхает. Да ну! Блин, встал тоже, а? Чекпоинт. Так, я вижу дробовичок. Ай-яй-яй, вот это было плохо. Так, этот в броне у нас получается, да? Нормуль. Так, минус каратист. Минус чудик с мечом. Так, этот спрятался. Ё-моё. Вылазим, как всегда, не вовремя. Так, что он там нам оставил? Плазма-пушку? Слушай, ну как-то спокойно. Без напряга все. Неужели босс? Опачки. Datsun Twins. Две сестренки, да? Две сестренки, две близняшки. Так, ну и как с вами быть? Ага. Понятно. Значит, вот так вы действуете, да? В принципе, ребята, если они так и дальше будут продолжать, мы их замочим. Тактика предельно ясна. Ничего тут сложного нету. Так, погоди-ка, что-то пошло не по плану. Блин. Блин, они как-то в разнобой начали бегать. Ё-моё. Все сбилось, абсолютно все. Надо что-то менять. Мы не будем, блин, успевать с вами. Ну, как всегда, мне позвонили, отвлекли. И сейчас, наверное, будет все хреновенько. Ёп, красота, а. Да идите вы нафиг, блин. Я в следующий раз буду просто отключать телефон перед тем, как я начинаю играть.
Окей, ладно, давай переиграем. Так, будем бегать, нифига. Все равно, ребята, они меня достают. Зашибись. Почему-то моя тактика уже не работает здесь. А ну-ка. Зачем я сделал? Зачем я... Ну, понятно. Короче, здесь уже бесполезно. Одна хпшка. Меня сейчас тут забомбят. Главное не отступать и не сдаваться. Ё-моё. Вот это я сунулся, а. Ага, не тут-то было, да? Красотульки вы мои. Сам виноват. Главное не отступать и не сдаваться. Поехали. Ой, ё-моё. Да что ж такое-то? Все идет совсем не по плану. Так, они прыгают за мной. Слушай, ну если мы... Ага, отлично. Так, это будет... Слушай, смотри, когда я внизу стою, да, вот на второй платформе, они прыгают ко мне. С одной стороны, это выгодно. Оу, минус одна. Да-да-да, я убил твою сестру. Усложнили мне задачу, какие-то дротики. Это что такое? Ага. Это мы можем разбить. Заглохни. Так. Ой-ой-ой-ой, тихонько, не надо, не надо. Что-то тут дофига всякой ерунды повылазило. А, нет. Друзья мои, там осталось на пару ударов ей. Ну давай, иди сюда. Ну, отлично. Да выпендривались. Ну что же, сестричек мы с вами ушатали. 12 смертей. Ну да, друзья мои, пока адаптируешься к этим боссам. Марла мутант. А почему он мутант? Сейчас узнаем. Опять по крышам бегаем, да? Заткнись ты, работека. Так, разобрали. Оу, зачем так надо было делать? Я прыгнул, ребята, на ускорение. Сглупил, короче. Ладно. Всякое бывает. Пошел прочь. Опа, наверху чувак с гранатометом. Так, он был в броне. Сейчас мы его забомбим. Да что он такой живучий-то? Все? Вылази давай. Нормуль. Так, опять этот робот. Не-не-не-не-не-не-не-не, не надо. Готовы. Все, гранатомет закончился у меня. Аптечка, но она пока не нужна. А вот пушечка, я думаю, нам пригодится. Ну и что ты спрятался, а? Дурик. Кстати, я хотел сказать, у нас, ребят, скорее всего, не плазма-пушка, а электропушка. Ладно, это не имеет значения. Ну что, поехали, чекпоинт. Ну, что-то мне это место не нравится. Опачки. А вот у нас и Марла-мутант. Я так понимаю, именно вот так будет выглядеть босс. Ну, и что ты будешь делать? Ага, понятно. Да ё-моё, ну завязывайте уже здесь. Так, он меня уже здесь поджидает, прикинь. Ага. Преграду он прострелить не может. То есть мы можем за ней прятаться. Ой-ой-ой, вот это плохо. Отлично. В какую-то передрягу попал. Так, ладно, нафиг, сматываемся отсюда, пока не завалили. Тем более чекпоинт. Фулл ХП.
Слушай, он меня так и будет преследовать, да? Так, давай разберемся. А в принципе, вот у нас и выход. Все, улетел, да, короче? Ну да, улетел, ё-моё. Тихо, 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 тихо. Нифига себе. Секреточка, прикинь. Не стал бы я убегать от вертолета, я бы не нашел бы. Так, ну что ты, каратист? Минус. Идет, блин, попал. Идет, главное, в наглую, да? Все ему по барабану. Так, у нас дробовик здесь есть. Минус роботека. Слушай, я думаю, эту пушку я брать не буду. Слишком она долго набирает обороты. Дробовик самое то. Да ё-моё, блин, как у меня не вовремя оружие-то кончается. Пойдем заберем тогда плазма-пушку. Почему плазма-пушка, если она электрическая? Ладно. По большому счету, какая разница, да? Лишь бы уничтожать врагов. Так, а вот и вертолетик у нас здесь. Марла-мутант. Ох, ничего себе, парень. Прикинь, у него 4 руки. Вот почему его звать Марла-мутант. Так, и что ты делаешь, парень? Стреляешь, да? И все? Окей. Что? Опачки. А вот это нежданчик для меня был. Да ё-моё, блин, ты достал. Так, надо взять что-нибудь получше, мне кажется. Короче, к нему близко подходить нельзя. Он начинает ногами махать. Так, опять эту фигню делает. Не получилось. Отдуплился. 105-я попытка. Поехали. Ага. Дудки. Так, начинает. Опачки. Нормуль. Так, давай прыгай вниз. Ай! Чё ж так не получилось-то? Так, начинает заряжать, да? Шикарно. Так, пол хп отняли. Да ядрить тебя на корень, а? Так, друзья мои, это только первая фаза. Вторая фаза будет уже на вертолете. Так что надо привыкнуть. Во-первых, к боссу. А потом уже, как говорится, валить. Ну и сам понимаешь, чтобы понять, что он делает, нужно провести не один бой. Так, начинает бросать груз. Так, аптечка, это хорошо. Оружие брось мне, оружие. Так, а вот это плохо. Ну, аптечку он не скинул. О, калаш. Нафиг я так делал, а? Так, друзья мои, это мины. Надо их быстренько уничтожить. Так, выкинул чувака, да? То есть не жалеет вообще никого. Ой. Блин. Так, псина. А вот это плохо. От нее надо избавляться как можно быстрее. Дела совсем плохи. Мне нужна аптечка, вот она. Так, ну что, осталось немножко здоровья. Блин, нафиг. Он меня напрягает уже. Так. Погнали, осталось немного здоровья у этого вертолета. Чувак не допрыгнул. Все. Ну что, Марло, да выеживался. 8 смертей. Ну да. Какой симпатяшка, да? Разбитые очки, кровище изо рта. Грандмастер Юдай. Это что еще за монах у нас, а?
Но мы скоро узнаем это. Поехали. Тихо, 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 не надо. Не надо здесь выкаблучиваться. Так, два выстрела, теперь мы. Продолжаем. Готов. Так, электропушка. Да ну, хорош. Прыгают они. Так, робот. Твою ж налево. Что-то написано, музей? Опа, это еще что? Ниндзя. Тихо, 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 не надо. Валите нафиг, а? Ниндзя. Так, аптечка. Наверху фуловая аптечка. Надо до нее дожить как-то. Готов. Так, оу, это плохо, ребята. И опять ниндзя. Что он там бросает? Как-то ерунду у меня. Звездочка ниндзя, наверное. Так, опять этот агрегат. А я могу подбить его? Нифига себе. Понял, что он делает? Он стреляет. Не надо. Слушай, ну электропушка вообще великолепна. Так, аптечку заберем. Так, что-то меня здесь, наверное, будет поджидать, да? Ну, как минимум, ниндзя. Так, смотри-ка, тут у нас сюрики лежат. Да ё-моё! Слушай, по-моему, меня сейчас тут распишут. Еще этот агрегат тут летает. Так, иди сюда, я с тобой поговорю. Нет, так не годится. Во-во-во-во, вот так вот. Да чтоб тебя. Сейчас еще погибнем. Нет, справились. Ну что, сюрикены я возьму. А что у нас там дальше? А там у нас... чемоданчик. Stage Collection 1 из 3. Ладно, пойдем наверх. Ай. Ну. Слушай, может хватит уже столько ниндзя-то сюда вызывать. Самое противное, что они прыгают. О, еще сюрики. То есть звездочка может попасть даже во врага, который спрятанный. Вот это круто. И убивает на раз. Это мне нравится. Так, чекпоинт. Опять музей. Роботеку снесли. Снесли. Так, сколько у меня? Еще две звездочки. Так, а тут у нас что? Опять какая-нибудь ловушка? Так, пройти не могу. Наверх. В плане. Я эту вазу даже не трогал. И чё, кто? Во-во-во-во, тихо. Я так и думал, друзья мои, какая-нибудь заваруха здесь будет. Ладно, пока нормуль. Блин, оружие закончилось. Дайте мне какой-нибудь ствол, ёб красоте, блин. Так, будем прыгать. Хоть бы аптечку или что-нибудь. О, внизу чувак еще с гранатометом, офигеть. Ладно. Давай с ним разберемся. Так, он мне что-нибудь там оставил, да, гранатомет. Оу, ниндзя. Пожаловали, так, тихо. Все? Ну, по крайней мере... Ага, хотел сказать тишина, блин. Что за ерунду я взял? Фигня полная. Я просто не был готов. Так, ваза разбилась. Ну что, понеслась.
Давай-давай, поменьше слов, побольше дела. 14 патронов. Блин, это плохо. Нам бы оружие подобрать где-нибудь хорошее. А у нас только гранатомет здесь будет. Нет, можно, конечно, взять катану, но меня здесь быстренько уничтожат. Так-так-так, тихо-тихо, бегаем. Блин! Да ну! Что тут происходит, а? Ты прикинь, за мной армия ниндзя. У меня даже нет времени, чтобы остановиться и пострелять. Так. Ага, одному броню сбили. Давай попробуем гранатомет выбить. Отлично. Так, ну где вы тут? Упыри. Вон они. В мясо, всех в мясо. Так, возьмем с тобой сюрики. Это какой-то мушкет. Исторический, я так понимаю, да? Лежит. Ниндзя, вали отсюда. Все, нет? Слушай, по-моему, все. Ну, такая заварушка. 50 на 50. Главное, что чекпоинт. Так, внизу уже компания ждет меня, да? А, тихо, не надо. Аптечки, все дела. Так, опять этот робот. Каратист, иди сюда, я тебя жду. Не хочешь? Жаль. Ой-о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 й, тихо. Хорошо, что здесь аптечек куча. Ну что ты там, сынок? Давай. Раз, два. Моя очередь. Так, бочку взорвем, чтобы долго не париться. Опять ниндзя. Так, ну против электропушки они, конечно, будут сосунки. Так, это у нас робот. Можно, в принципе, знаешь, как его бомбить? Накапливаешь заряд и один луч выпускаешь. Этого будет достаточно, чтобы его разнести. Каратека, ты не припухли, а? Я с пушкой, он на меня со своими голыми ногами идет. Ну, что у нас тут? Воу-воу-воу-воу-воу. Фига ты, роботека. Так, что это такое? Очередная какая-то бомбочка, мина летающая, да? Все, я понял. Ай! Так, у нас тут... Воу! А я подобрал, по-моему, да? Stage Collection. Проблемы со здоровьем. Всего два касания. Тихо. Добьем? Добили. Так, а есть аптечка здесь, нет? Только... О, ниндзя! Так, давай-ка, наверное, лучше уйдем отсюда. А вот и ХП. Блин, эти ниндзя могут появиться откуда хочешь. Прямо перед тобой, прикинь? Наконец-то. Неужели босс? Смотри-ка. Монах боевой. Грандмастер Юдай. Усы там свои наглаживает. Ну что, давай посмотрим, что ты себе представляешь. Так, ой. Так, прячется, да? И что? Фига ты, дедуля, псих. Блин. Так, аптечки есть, это хорошо. И пушка там. Так, он сгорелся. Так, опять будет крутиться. А это что еще за дракон там наверху? Прилетел. Дед, давай вниз.
Блин, как его ловить-то? Ага. Так, опять свою вертушку запускает. Честно говоря, я пока не могу понять стратегию. О, зря было так сделано. Но когда он вот эту вертушку делает, естественно, к нему не подойти. Это люто. Ага, мы можем, блин, прятаться. Не, ну это еще драконы. Понятно. Я теперь понял, что делают драконы. Да, дедуля не так прост, оказывается. Короче, друзья, мне кажется, надо наносить ему очень много дамага. И как можно быстрее. Потому что другие варианты тут не прокатывают. Ох, ё-моё, задел все-таки, а. Так, и вот эти вот дракончики бесявые. Все равно задел, да? На! Слушай, ну катана его, конечно, можно бомбить. Так, давай-ка. Надо от этих драконов избавляться. Как можно быстрее. Окей. Так, и про дедулю не забываем. Чтоб тебе. Да ну! Аптечки, аптечки. Так, я эту пушку возьму. Тихо, тихо, тихо. Ну, давай, 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 давай. Дожать, дожать осталось. Ну, выглядывай давай. Есть. Ха. Подорвался на своей же бомбе. 20 смертей, да? Да, друзья, я запарился просто подбирать стратегию. Кира Родес. Кто это еще такая? Сейчас узнаем. Engage. Так. Ай-яй-яй, задел. Паршивец. Казино. Интересно. Так, я не успел начать играть, а у меня уже здоровья нету. Блин, хорош, 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 тихо. Повылазили тут игрочишки. Любитель казино, да? Пеликан бар. Чекпоинт. Вот это меня всегда радует. Опа, 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 чувачок. Блин. Добить бы его как-нибудь. Но тебя тут еще не хватало мне, а? Иди отсюда. Так, попробуем. Ага, не выходит. А если так? Да елки-палки, дай запрыгнуть. У-у-у. Короче, будем ее потихонечку здесь. Отлично. Так, подобрали. Ага. А внизу у нас этот самурай. Твою ж налево. Тихо, тихо, тихо. О, успел. Давай, 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 давай. Турелечка, помогай мне. Отлично. Взорвись. Что это за пушка? О, слушай, неплохо. Так, это летающая тварь наверху. Стоит туда рисковать идти или нет, а? Так, этого уничтожили. Тихо, тихо, тихо. Да я попробую. Нормуль. Так, возьму взрывчатку. И пойдем сюда. Лифт. Так, 30 патронов у меня еще осталось.
чекпоинт. Так, какое-то странное местечко. Так, 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 тихо. И что? А что надо? Понятно, убегать. Убегать, убегать, убегать. Да ну. Главное все сделать быстро. Ага. Понеслась. Вали прочь. Блин, все равно попал. А как ты паршивец умудряешься? Ну, так, этот чувак Сузи. От него фиг присядешь, как говорится, и фиг прыгнешь. Так, наверх. Ладно, сейчас разберемся с этим каратистом. Аптечка. Так, там роботека у нас оказывается еще, да? Готов. Так, а у нас фулл хп. Дайте, пожалуйста, чекпоинт, а? Да ну, иди отсюда. Каратисты всякие. Так, она по мне не попадает, замечательно. Упала. Так, смотри-ка, сюрикены. Ниндзя. Готов. Так, снайперская винтовка наверху. Как раз для меня. И чекпоинт. Подожди, минус. Одного выстрела достаточно, да, чтобы уничтожить любого врага. Три патрона всего. Так, последний патрон. Ну, вылези, пожалуйста. Так, этого добиваем. Так, опять каратист тут на нас бежит. А я... Ага, не могу. С этой стороны никак не забраться? Нет. А, так надо было вот откуда прыгать-то. Так, минус робот. Не достаю. А так... Так, аптечка. Да-да-да-да. Так, и у нас там, я смотрю, чемоданчик лежит. Ай-яй-яй, не спрятался вовремя. Чемоданчик и кластерная бомба. Ой-ой-ой. Так, хорошо, что тут аптечек очень много. Это мне нравится. Все, что ли? Босс? Ну-ка, давай посмотрим. Как ее там? Кира? Кира Родес. Ну, давай посмотрим, что ты из себя тут представляешь. Оу! Она стреляет. Твой же налево. Да будешь прыгать-то ты, дурень. Сам виноват. Я все-таки думаю, что надо склоняться именно к четвертому варианту. Так. Блин. Окей. Запарила она своими телепортациями. Но первая фаза еще так себе. Ничего страшного нету. Так, тихо. Угу, промахнулась.
Ее надо просто на опережение бомбить и все. Опять свою кобру тут выпускаешь, а? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Я и забыл про вас, ребята. Ха-ха-ха. Не тут-то было, да, браток? Ну что, Кира, чувствую, тебе пришел конец. Психует, бегает уже, да? Так. Опять кобра. Ну что, последний выстрел? Готово. Ну что, теперь самое интересное. С какой стороны пойдешь? С этой. Окей. Ага, понял. Ну тут без вариантов, тут никак даже не попасть. Хорош нам орать, ты же сейчас дарешься, я же тебя накажу, дура. Так, понеслась. Окей, так, перепрыгиваем. А вот это уже проблема для меня. Блин, вот с этим не знаю, как бороться. Давай-давай-давай, бомбить. Блин, мне бы пушку какую-нибудь посолиднее. Так, опять. Отлично. Блин, вот это вот фигово. Вот как вот, блин, тут перепрыгнешь, когда... Короче, добиваем просто-напросто и все. Что? Закоротило? Доигралась в игрушечке. Ну что же, победили Киру. 5 смертей. Ну а мы продолжаем с вами. Шогун. Ну давайте навестим его и посмотрим, кто он такой. Ну это как обычно, это в нашем репертуаре. Пока все на изи, так. Опять эти недо-нинди. Тихо ты. Да не тут-то было, парень. Я бы, конечно, мог бы взорвать тачку, если честно, да? Так, опять эта ерунда здесь летает. Погоди-ка, как сделать? Ага. Короче, она сейчас переходит, мы прячемся с вами. Блин, а там это дура. А, она меня отсюда видит. Это плохо. Давай тогда отсюда ее бомбить. Теперь будем пробегать. Давай, 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 быстрее. Мне бы, конечно, где-то... А, вон у нас чекпоинт. Мы сейчас отметимся, фул хп у нас будет. Фига, тихо, 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 блин. Блин, киборг этот... Самурай. Готов. Так, аптечка, главное, есть. Ну что, погнали. Привет, люди. Вот дроид прикалывается, да? Ну что, нам придется прятаться в лифте. Блин, обожаю эту пушку, на самом деле. Вообще великолепно, да? Опять лифт. 30 патронов у меня в этом стволе. Так, я вижу робота. Точнее, видел. И шелупень тут. Погоди, погоди, а что он стреляет-то без передышки, эй?
Ты должен два выстрела делать и все. Блин, все-таки саданул, а? Ладно, разбираемся. Аптечка. Еще гранатометик один. Давай, давай, идите сюда все. Просто без проблем. Так, а этот тоже два раза стреляет. Может, там чувака просто клинануло? Чекпоинт. Нифига тут. Какие красивые пейзажи. Воу-воу-воу-воу, тихо, куда это я с горячухи-то спрыгнул? Нормуль. Так, чемоданчик. Слушай, мне бы, конечно, хотелось бы полностью собирать эту коллекцию, но иногда просто непредсказуемо спрятаны эти вещи. Эти ящики. Так, минус. Поэтому как-то не получается у меня все секретки найти. Так, ну что? Думаю, надо заходить. Оу! Сразу псина. Ненавижу псов. Так, секунду. Хорошо, что он не может спуститься вниз. Так, дай-ка вот этот стол возьму. Да, супер луч, конечно, великолепен. Но мне нужны аптечки. Так, опять это... А? Чувырла тут летает. Ну что ты ржешь-то там, а? Готово. Что-то музыка затихла. С чего бы вдруг? Да ладно, не может быть, чтобы уже босс. Хм. Что-то я как-то быстро до него дошел. What's the price on my head nowadays? 1 million credits, plus expenses. That includes ammunition repairs and maintenance. Pathetic. Guards, show no mercy. Чего? Он попросил охрану со мной разобраться? А у меня ХП, конечно. Здорово. Ладно, давай по-другому поговорим. Почему-то не попал даже по мне, прикинь. Ага, попал. Твою ж налево. Как ты меня запарил, а? Так, надо не забывать, что у него есть летающая бомба. Вот так вот. Да иди ты отсюда. Пока все неплохо. Фу, минус один. Включился второй. Блин, фигово, что у меня нету ничего, кроме этих ножичков. Была бы какая-нибудь бомба, мина. Готов. Все равно вот задеть надо было ему, а? Ну что, парень, давай поговорим, что ты там сюрикен крутишь. Оу, спрыгнул. Чего? Он сел в какого-то робота. Не понял я. Мы продолжаем? Я думал, мы с боссом будем уже драться. Это, так сказать, была прелюдия. Робот. Минус. Пошла прочь. Шелупень. О-о-о, а что это было? Понятно. Внизу мина стояла. Так, а я могу обезвредить? Обезвредил, блин. Так, аптечек никаких нету, да? Так, винтовочка.
Ну, в принципе, разок по ней попасть и отлично. Раз-два. Раз-два. Да ё-моё, блин. Вот так вот. Все. Так, погоди-ка, погоди-ка. В этой винтовке одна проблема. Очень долгая перезарядка. И аптечечка. Роднуля. Так, фул хп. Что это было? Воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Короче, надо будет бежать со всех ног. Прятаться. Все? Сюрприз, говорит, да, чувак? Манал я такие сюрпризы. Дай-ка хпшку возьму. Мне кажется, мы с вами сейчас заберемся на самую крышу и уже там будем драться с боссом. Так, что-то будет, да? Вон он. Ага. Так, а нам нужно пробегать. А он меня преследует. Ладно. Я понял тебя, понял. Наверху чекпоинт. Нужно добежать. Ах, красота. Блин, наверху киборги. Ты-то откуда взялась? Кто тебя звал-то сюда, эй? Твою ж налево. Так, блин. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, аптечка. Дай-ка я разберусь с ней. Возьмем с тобой вот этот ствол. И поговорим уже на равных. Готов. А у меня здоровья не осталось. Да иди ты! Трындец. Да сдохни ты уже, блин. Так, где-то здесь, да? Вот он, вот он. Именно он меня подбил. Смотри-ка, какой прикольный меч. Вот сейчас, мне кажется... А, нет. Я думал, уже к боссу поднимаемся. Так, за аптечку отдельное спасибо. Кто там издалека по мне бомбануть успел, а? Слушай, а давай без... Ага, фулочка. Фулочка. Турельку подобрали. Да ну, блин, вот я и говорю, они могут где угодно появиться. Со спины. Прям с воздуха берутся откуда-то эти ниндзи. Готовы. Так, чудик с гранатометом. Че, в прыжке только? Не то сделал. Я думал, у меня гранаты. Забыл, что я подбирал турели. Но... Он гранатомет оставит мне? Оставил. Да будешь ты запрыгивать или нет? Вот это вот меня бесит. Готово. Так. Лифт очередной. Что-то пробормотали мы еще. Ну что же, поднимаемся. Да неужели босс, а? Да, что-то там летит. Ёпперсы ты. Какой-то здоровый. Ладно, хорош бубнить. Давай приступать к делу. Шогун. Он себя возомнил мастером номер один. Ой-ой-ой, тихо, подожди.
Так, у нас уже здоровье с вами по минимуму. Так, я вижу, аптечка тут есть. Так, что он будет дальше делать? Что это такое? Что это? Тихо, тихо, тихо. Эй, погоди! Завязывай давай. Фига ты чудик даешь. Ай-яй-яй-яй-яй, саданул. Так. Да ну. Трындец, конечно. Мерзкий, конечно, типок. Очень мерзкий. Так, будем аккуратненько это все дело исправлять. Ага. Так, готовимся. Блин, ненавижу, когда вот так летят они. Фух, нормуль. Без потерь. Так, хорош, успокойся. Да ну, блин, с дробовика. Так, хилочка. Давай, 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 давай. Так, опять сейчас будет, да? Угу. О, вот это уже другое дело. Так. Понеслась. Справились идеально. Так, тихо, 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 успокойся. Так, раз, два. Полетел. Так, берем. Ай, зря я так сделал. Так, аптечка. Опять, опять эти всякие вонные штучки-дрюшки. Ай, вот это плохо. Ай, самая нелюбимая моя комбинация. Ладно. Да иди ты, блин, а. Еще ближе подойди. Так, пошел. Раз, два, три. Окей. Так, вылазьте, охранники. Так, пушка. У меня что, одно хп всего? Эй! Блин, одно хп. Друзья мои, я не хочу переигрывать еще тысячу раз. Давай, 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 давай. Ну, есть. Доигрался хрен на скрипке. Ну что? Че, приземлился, да? Вот он, летит, красавчик. Поломанный. Да ладно. Блин, вторая форма. А я уже обрадовался. Думал, такой легкий босс. Ну как легкий, относительно. А что этот чудик будет делать? Пока просто прыгает за мной. Напоминает мне босса в Литейке, помните? Резиновое чучело, которое прыгало за мной, тоже не давал мне покоя. Что ты делаешь? Упс. Зашибись. Сайонара. Успокойся, олух. Так, как мне по нему попасть-то лучше всего, а? Блин, он просто не дает мне... Так, погоди. Ага. Как бы его подловить-то? Блин, он прыгает. Ой-ой-ой. Попал по мне. Да иди ты! Так, что он? Исчез куда-то. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Валунчики еще какие-то. А где он сам-то? Опа.
Понял. Ай. Я и забыл, что он так умеет делать. Чего? Ну, твою налево, блин. Фига ты разухарился. Да, подбил меня. Я все-таки склоняюсь, что надо наносить ему больше урона за короткий промежуток времени. Потому что, ну, сам посмотри, сколько мы отняли здоровья с одного выстрела. Так, давай, где эти камни? Ну, это еще ерунда. С этими камнями мы справляемся. Дальше будет веселее. На! Ага. Так, опа. Я уже тебя изучил, парень. Так, а вот это плохо. Так, у нас аптечка есть еще пока. Прибережем ее. Ну где ты, где ты? Ага. Не тут-то было. Ой, вот это зря. Хиляемся. Да ты запарил. Блин, опять все не так, как я рассчитывал. Ладно, ничего страшного. Переиграем еще разок. Блин. Все. Я даже сам не заметил, как я его подбил. Я же говорю, снайперка это вещь. Наносит урон колоссальный. Ну и что, мы его сбросим или пощадим? Угу, тридцать смертей. Да, друзья мои? Столько понадобилось, чтобы понять тактику этого босса. 0,1% выживания. А это что еще за профессор кислых щей? А, нас спасли. На той самой машине, которая отмечает чекпоинт. Откуда нас выкидывают пинками. Ну и куда мы полетели? Так, мисс Роуз. Какое будет следующее задание, а? Вот что меня интересует. You see, the company is under new management, and our recent directives have been to take over more territories and eliminate all possible evidence of our involvement. I still expect compensation for my efforts, Ms. Rose. This means that your employment is, unfortunately, terminated, and a bounty is now being placed on your head. Не понял. And it seems... Ты видел, да? Роботов уничтожили только что. However, оу. А это еще кто? Зашибись. As long as there is a hunter, there will always be a hunt down. А кто это был-то? В плане. Вы хотите сказать, что я прошел игру? Оу, ну что, друзья мои, раз такое дело, правда, у меня больше вопросов осталось, если честно. Ну, коли так, значит все, ребятушки, мы прошли. Всем большое спасибо за просмотр. Я единственное могу сказать, что игра мне очень зашла. Прошел на одном дыхании. Так что советую вам в нее поиграть. Ну, а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.